Фонд президентских грантов этим летом проведет специальный конкурс. Это связано с тем, что выросло число качественных инициатив, которые направлены на социальную поддержку и защиту граждан, а также помощь пострадавшим на Донбассе. 10 миллиардов рублей, которые выделили на конкурс ранее, не хватает, чтобы отметить все достойные проекты. Владимир Путин поддержал инициативу и направил на проведение спецконкурса дополнительные 2 миллиарда рублей. Прием заявок начнется 15 июля и продлится до 15 августа. Победители определят в сентябре.